Привет! Ты снова на канале IT User Help. Это видео будет о том, как восстановить случайно удаленный контакт с твоего смартфона на операционной системе Android. Если ты случайно, либо специально удалил контакт или несколько контактов, или они просто сами пропали из твоей телефонной книги в смартфоне, то в этом видео ты узнаешь, как легко и быстро восстановить эти контакты. Ну а прежде чем мы приступим, я хочу попросить тебя подписаться на канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий под этим видео. Ну а теперь, не теряя времени, давай приступим. Предположим, у нас есть телефонная книга, в ней есть какие-то контакты, мы возьмем и случайно удалим один контакт. Удалить. Далее, чтобы нам его восстановить, открываем браузер на твоем смартфоне, любой. Я покажу на примере Google Chrome, но ты открываешь любой, который тебе нравится. Далее, тебе нужно ввести в поисковой строке, либо в строке, куда вводится адрес, сайт Google. То есть нужно перейти на основную страницу поисковой системы Google. И здесь у тебя должна появиться иконка твоего аккаунта. То есть ты должен зайти в браузере в тот аккаунт, под которым у тебя смартфон. То есть все Android смартфоны имеют аккаунт, к которому привязаны, с которым все синхронизируется, когда первый запуск смартфона был. Ты вводил логин и пароль от своего аккаунта Google. Это будет где-нибудь в пользователях, либо аккаунты. Как видишь, здесь два аккаунта. Вот один аккаунт, и мы должны под этим же аккаунтом зайти в браузер Google Chrome. То есть в браузере Google мы заходим под тем же аккаунтом, что у нас смартфон с операционной системой Android, с которого мы хотим восстановить контакт. Зашли. Далее нам нужно нажать наверху на три точки, нажимаем и выбрать версия для ПК, ставим галочку, опять выбираем аккаунт, далее мы можем немного увеличить страницу, далее нам нужно нажать на вот этот квадрат, нажимаем и выбираем контакты, выбираем, нажимаем, заходим. У нас открывается такая страница, теперь для удобства можно еще раз нажать три точки и выбрать мобильную версию. Снимаем галочку, и мы попадаем в мобильную версию. Как видишь, у нас здесь один контакт, друг. И здесь у нас один контакт, друг, так как мы нечаянно удалили контакт Арнольд. Для того, чтобы восстановить контакты, нам нужно нажать вверху на значок шестеренку, далее отменить изменения и далее выбираем, на какой период нам стоит откатиться назад. То есть если мы знаем, что удалили контакт буквально вот-вот, можно поставить на 10 минут назад, если это час назад, то час, может неделю, а может быть свой вариант на определенную какую-то дату. Мы поставим 1 час, так как прошло буквально 15 минут. И нажимаем восстановить. Восстановить. Все, у нас появился здесь контакт. И написано, по какое состояние будет восстановлен контакт. Здесь контакт появился. Проверяем теперь на телефоне. Контакты. Заходим. Здесь пока нет. Для этого нам нужно закрыть приложение. Контакты. Закрываем. И снова запускаем приложение контакты. Видим, появилось два контакта.
Можем закрыть приложение вот таким образом через последнее приложение, либо просто перезагрузить смартфон и потом открыть контакты. У нас появится снова наш удаленный контакт, либо контакты, если это было несколько. Ну а также мы можем просто отсюда посмотреть этот контакт и вручную, к примеру, записать его на наш смартфон, добавить заново на этот, либо может быть на другой, либо может кому-то передать этот контакт потребуется. В общем, такая инструкция рабочая. Надеюсь, видео было полезным. У меня на это все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарий. И уж совсем круто будет, если нажмешь колокольчик, который находится справа от кнопки подписаться. Всем пока!